Это Торн? Нет, это не Торн. Это тот самый злоумышленник, и сейчас я расскажу о том, как его получить. Привет, Страж, снова канал Triple Vibe, и я, Джонни Лейни, продолжает знакомить тебя со всеми квестами и новостями из мира игры. Сегодня мы разберем еще один экзотический квест, которого ждали и искали в игре тысячи стражей. Квест на злоумышленника. Как начать квест? Ну вот смотри, ты же любишь Гамбит? Ну вот в нем и нужно искать новый квест. Отправляешься в новый режим, играешь матчи, желательно их, конечно же, выигрываешь, и вызываешь первобытников. Тебе нужен особый первобытник — Химера. Ты такого еще не встречал, но как только заметишь его, узнаешь — это та жуть из города грез. Попасться на нее оказалось непростой задачей. Кто-то несколько часов сидел в матчах, хотя кому-то, конечно, и больше везло. Нам, например, она выпала уже на 8-м матче. Итак, убиваете Химеру и выбиваете из нее квест, вырвав ее сердце. Относим его скитальцу в башне, который дает нам следующее поручение – убить 25 боссов или мини-боссов в городе грез. Можете фармить затерянные сектора, можете публичные мероприятия, знаю, что у каждого свой способ. Мы залетали в подземелье Расколотый Трон и фармили архитекторов лабиринта, которые появляются в первой же локации, потом вайпались и снова. Заняло это в общей сложности около минут 30, наверное. Итак, настреляли жирных ребят, теперь отправляемся в специальную миссию, которая появится на карте города грез. Рекомендуемый уровень силы 580 лайта. Но ты, конечно же, из 530 пройдешь в соло на изи. Нет. В конце миссии вас ждет очень интересный диалог и сцена, так что послушайте внимательно, чтобы потом не говорить, что в игре сюжета нет. Прошли? Теперь новый этап квеста, самый долгий, особенно для тех, кто играет без команды. Вам нужно отправиться в Гамбит и занести там в сумме 400 частиц в банк и победить в 10 матчах. Сложность в том, что когда вы заносите частицы, процентная полоска прогресса идет в плюс, а вот если вы умрете и потеряете частицы, то прогресс вычитается. Так что совет, носите понемногу, но наверняка. 5-8 частиц набрали, заносите. Этот ваш большой блокировщик никому особо не сдался, как я уже говорил, его разбирают чуть ли не быстрее маленького фаланга. Справились? Теперь PvP составляющая квеста. Вам нужно выполнить два условия. Убить суммарно 25 игроков в Гамбите, считаются и те, которые вторгаются к вам, и те, которых вы умело встретите на своей территории. И второе условие – убить 4 игроков во время вторжения самому. Или же союзник должен убить 4 игроков при вторжении, но уже трижды. Вот и все. Это последний этап квеста. Довольно долгий, надо сказать, квест. Долго искать Химеру, долго набивать остальные этапы. Кстати, насчет Химеры. Если у ваших соперников первобытник, вы залетаете к ним и видите, что это тот самый квестовый монстр, ну будьте вы человеком, дайте ему убить тварь. Потом еще отыграетесь на них, но кто знает, может они сидят уже 8 часов. Что же до самого револьвера, как всегда, ждите отдельного видео с обзором и рекомендациями. Чтобы не пропустить, подпишись на канал, поставь лайк, не забудь вступить в нашу группу ВКонтакте, там еще больше новостей, мемасов и может там ты найдешь себе напарников в Гамбит. Ссылка в описании под видео. До связи!